Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу с вами, друзья, поделиться с вами новой зарубежной социальной сетью с возможностью заработка. Ну, заработок это оставим мы на потом. Но, друзья, мы работаем в онлайн-бизнесе. Для нас что важно? На чем строится у нас онлайн-бизнес? На построении команды. Мы, когда у нас проект запускается, делимся постом у себя на страничке в соцсетях, чтобы привлечь новых партнеров, то есть рефералов. Ну вот у меня, я сегодня просматривала рекламку и наткнулась. Вот меня зацепило приланч, было написано, зарубежная соцсеть это. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Вводите email, пароль, далее на почту вам приходит вот такое письмо, проходите по ссылочке, вводите first name, name last name, ну это все по-английски, переведете имя, фамилия, ну еще там что-то. А, username, логин. А, мужчина, женщина. Ну, там разберетесь. Это все несложно. Нажмете далее. Потом там запрещено. Будет написано, что ну, всякие плохие посты запрещены. Ну, нажмете на синюю вкладочку. По-моему, она синяя. И попадете вот сюда на страничку. Вот. Я здесь уже поэкспериментировала. Вот, поставила лайки. Вот кто-то еще. Вот. Значит, ну, мы попали на страничку. Давайте себе пройдемся по соцсети. Соцсеть, она зарубежная. Я здесь как бы все на английский отредактировала. Вот. И вот что? Профиль. Все как в обычной соцсети. Сюда мы загружаем фотографию, сюда вот оформляем страничку, да? Вот, ну и наша как бы домашняя страничка, ну как ВКонтакте у нас. Далее идем в сеттинг. Ну вот здесь вот я заполняла логин, имя, фамилия, фэмили, женщина, адрес электронной почты по умолчанию, дата регистрации и страна по умолчанию. Значит, далее здесь пройдемся security. Здесь, как я сказала, с возможностью заработка мы здесь сможем абсолютно без вложений как-то здесь будем зарабатывать. Это мы будем уже потом. Эта социальная сеть, она еще на приланче, еще идет как бы предстарт. Вот. Здесь будет у нас биткоин, пайер, перфект мани. Изменить пароль, можно установить двухфакторную защиту. Так, приват. Ну, здесь как бы... Также сейчас переведу на русский язык. Как бы тут... Ну, все, зависло. Сейчас перевести на русский. Уже сами тут все просмотрите, почитаете, переведете. Так, ну, не переводится. Так вот, перевелось. Кто может видеть мой пост? Все... Ну, вот все здесь как бы посмотрите, где надо, захотите галочки уберете. Так, блок комментарий. Ну, здесь нет ничего. Далее, что у нас? Так. Здесь у нас валет, кошельки. Биткоин, Payr, Perfect. Это мы потом все будем прописывать. Хотите, сразу прописывайте. Как бы здесь письма, мессенджер, это уведомления. Значит, Global – это новостная лента. Здесь как бы все будут выкладывать посты, ну, как, тоже как новости. И все участники, кто на вас подпишется, на кого вы подпишетесь, здесь все будет как бы это, мы будем все видеть. Далее. Если видео затянется, прошу прощения.
Так, проводить исследования. Ну, тут трафик, зарабатывание, криптовалюта, реклама. Тут тоже вот это все на самые популярные посты здесь. Вот, можно тоже посмотреть зарабатывание. Если мы нажмем, ну вот заработок, видите? И вот мой пост появился. И вот еще кто-то, видите? Можно поставить лайк, да? Вот. Не одна я здесь, оказывается. Тоже можно это все просмотреть, далее начать. Здесь все это тоже просмотрите, все можно. Философия, это все прочтете. Возможность тоже. Мы пригласите друзей типа того. Далее изменить мышление. Но это все как бы... Смотрите, мы призываем вас узнать в сети, существует ли план компенсации лучше, чем у нас. Бесплатно, чтобы начать. Нет эксплуатации. Там для всех поддержка, остаточный доход, еженедельный доход поддерживаются на длительный срок. Но вот это все тоже надо все изучить. Сервисы. Также все прочтете, я уже не буду. Здесь что будет? Рекламные услуги, обмен валюты, мини-работа, ставки. Здесь игры будут. Вот. Так, источник дохода. Здесь мы будем тоже, как я уже сказала, зарабатывать. Это все надо изучать. Дополнительные начать. Ладно, вернусь назад. Просмотрите. Это здесь очень долго все это все буду зачитывать. Так, начать. Рекламный центр. Можно размещать рекламку. Но она здесь платная. Вот это все кликабельно. Один просмотр, по-моему, 7 центов. Вот. Это сюда на, ну, на синенькую. Ну, это уже по желанию. Вот. Так, вернусь назад. Здесь очень много чего. Далее, здесь вот как бы игры какие-то будут и ставки. Так, футбол, мини-кено, блэкджек, покер. Так. Графики СМИ, писатель перевода. Мы на стадии разработки. Ну, вот видите, все еще тут на стадии. Да, значит, можно смотреть YouTube. Мы будем просматривать, например, кто-то опубликует видео, и если мы просмотрим, нам что-то там, какую-то копеечку засчитают. Вот. Вот здесь вот мини-задачи будут. И посмотрите, вот тут сайт просмотреть и видео. Можно также и создать как бы самим, ну и зарабатывать на этом. Вот. Посетите мой сайт, смотрите видео. Это тоже все еще, друзья, в разработке. А для рекламы наших проектов я люблю, например. Не знаю, каждому свое. Здесь партнерский центр. Здесь вот тоже все прочтете. Остаточный доход ежемесячно прочтете. Сетевая комиссия. Так, деятельность комиссий. Нет рефералов, нет проблем. Каждый имеет право на еженедельные дивиденды. Еженедельный дивиденд каждый понедельник. Самый простой способ начать, просто перейти куда-то там в клуб какой-то и приобрести очки. Но это, наверное, платно будет. Далее, здесь у нас будут переходы. Мои бесплатные рефералы. Ну, как бы здесь счет будет, вот идет. Далее, баннеры. Наша партнерская ссылочка. И всевозможные баннеры. Графика. Вот здесь все навалом. Далее еще что-то. Вот. А, это видео. Как бы на каждое видео есть своя реферальная ссылочка. Можете ее скопировать. Ставите, и у вас как бы будет вот такое загруженное видео сразу. И текст промо. Также это все переведете. Это все можно перевести уже вместе с ссылочкой на русский, например. И делиться с друзьями.
Вот такая вот, друзья, социальная сеть меня зацепила. Не знаю, как вам. Смотрите сами. А если можно... Я сначала что сделала? Я сделала пост. Вот это мой пост. Значит, сама себе лайк поставила. Вот это шары можно поделиться. Вот, yes и поделиться. Сначала смотрю, что-то такое непонятное. Потом перевела на русский. И что вот, комментарий и поделиться. Я поделилась, и вот у меня как бы вот опубликовалось. И все люди будут видеть. Ну, на этом буду заканчивать. Здесь вот пост можно делать. Как бы можно картинку загрузить, можно видео загрузить. Сюда вставляете текст, нажимаете на желтую вкладочку. И вуаля, ваш рекламка ваша, пожалуйста. Как бы я ничего ни от чего не отказываюсь. Если есть возможность бесплатно размещать свои посты, рекламить проекты, то только, конечно, за. Ну, будем как бы мониторить эту социальную сеть, будем разбираться. Возможно, пойдут видео на русском языке. Вот. Ну, посмотрим. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, друзья, проходим мимо. До новых встреч!